Друзья, подписывайтесь на наш новый канал, ссылка в описании под видео. Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями и опубликовали первое фото с ребенком. Вчера, 14 августа, Лиза и Илья опубликовали в соцсетях одинаковые фотографии, на которых они изображены с новорожденным ребенком. Счастье. Незатейливо подписали они фото, под которым к моменту публикации этой новости тысячи поздравлений и теплых слов. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в апреле. Для 26-летней Лизы ребенок стал первым, а у Ильи есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой. Арзамасова и Авербух сейчас одна из самых обсуждаемых пар. Сайт Hello.ru первым сообщил о романе знаменитостей еще в июле 2020 года. Их союз для многих тогда стал неожиданностью, в основном из-за 21-летней разницы в возрасте. Вскоре, в декабре 2020 года, Илья и Лиза поженились, а в конце апреля текущего года актриса опубликовала в Инстаграм видео, на котором был замечен округлившийся живот. И вот радостная новость. Поздравляем Лизу и Илью с рождением малыша и желаем всего самого лучшего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.